Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша футбол сүйер Қазспорт арнасының эфирінде футбол. Ардагерлер арасындағы Аладо Баламаны. Қайрат Әшірбеков мен назарларыңызда жартылай қорғаушы деп көрсетілген екен. Әшірбеков қазір шабуыл шебінде ойнайды. Жалпы Қазақстан құрамасы дәл қазір үшінші орын үшін талас матчын өткізеді. Қарсыласымыз аңыздар құрамасы. Біз бұл турнирге бірінші рет қатысып отырмыз. Сондықтан да бұл біз үшін үлкен бір жеңіс десек болады. Нурдаулетов және Скорых. Нурдаулетовке пас дұрыс келмеді қазір. Здравка Кузманович және Бекпаев. Гол! Курани есеп ашты. 1-0. Аңыздар құрамасы алда. Бекбаевтың бойына Насыр жіберді міне. Деларет. Кураниға өткіз жіберді. Курани! Есеп 2-0. Кевин Курани. Бұл турнирдегі үшінші голы. Имович. Тағы да бір гол. Деларет. Есеп 3-0. 4-ші минутта есеп 3-0. Рубен Деларет. Мадридті Реалдың түлегі. На фланге полузащиты и в качестве центрального полузащитника его помню Нурбол Жумаскалиев. Пас Тасмакова и блестящий удар в исполнении капитана сборной Казахстана. 3-1. Это первый гол казахстанской команды в текущем матче и второй для Самата Кабировича на этом турнире. Ассистировал ему Нурбол Жумаскалиев. Интересно, что у них каждый год были принципиальные соперничества, когда наши соотечественники довольно-таки струнненькие. Момент для Смакова. И еще один гол Самата Кабировича. Не показалось, но снова ему Жумаскалиев ассистировал. Третий гол для Самата на этом турнире. Нет, Кайрат Әшірбеков выполнил передачу. Набор слов от нашего соотечественника. Игра продолжается. Кайрат Әшірбеков. Хорошая передача была. Мяч попал в Марата Хайруллина. 3-3. Первый гол для Марата на этом турнире. Удачно ногу подставил после того, как выполнял Марат Хайруллин, бывший игрок Актобе на Тырау Джитпеса и сборной Казахстана. Мне кажется, что довольно поздно он принял казахстанское гражданство, рассчитывая получить приглашение в сборную России. Об этом говорил неоднократно. Но вот момент хороший. 4-3. Казахстанцы выходят вперед впервые в этом матче. После блестящей подачи Чичулин, кажется, забивал. Визуально их нетрудно спутать, Сергенко и Чичулина. Но, по-моему, Сергенко забивал. Нет, Чичулин. Да, Антон Чичулин. Футболист, который дебютировал в сборной Казахстана в сентябре 2004 года, когда... Куранига пасует кинжок. Ну-ну, Асиш! Ну-ну, Асиш, Алхазар Блажерде, если вы сгеру керек, гол! Марат Хайруллин, дубль автора атанды, Марат. Ну-ну, Асиш, Алхазар Блажерде, балған сәтін көрсетуде бізге. Сергеенко, пас әдемі, Хайруллин аяғын қоя салды. Тағы да бір гол соғатын мүмкіндік бар. Әшірбеков, ал қазір Скорык. Есеп 6-3. Есеп 6-3. Қандай әдемі гол, қандай тамаша шабуыл. Қазақстан құрамасы есепті еселеді. Рубен Деларет тоже выступает в этой
команда Орландоса. Блестяще пробил 100 штрафного, отправил мяч в ворота Алмата Бекбаева. Там снова показывают гол в исполнении форварда сборной легенд. Шикарно пробил Курани. Пытался прокинуть мяч на Делареда, и тот забивает. Экс-игрок сборной Испании и бывший полузащитник мадридского Реала. Многие, конечно, огорчились много лет назад, когда один из самых перспективных полузащитников Европы завершил карьеру. Чичулин отличился. 30-я минута матча. 7-5. Скорых. Хорошую передачу сделал. И Антон открылся, как заправский форвард оказался в этом турнире. Теперь уже новая атака. Долларет спиной к мячу, к воротам. Мяч принимает и закатывает Кевин Курани. 7-6. Кевин Курани? Да. Был ойындағы 4-ші голын соқты осы турнирдегі. Қараңызшы де. Өкшемен берген пас. Куранидің тепкен добы. Қайрат Нұрдәулетов, тамаша гол, есеп тағды еселеді, өте қиын матч. Нұрдәулетов өте керек кезде соғып отыр, қажет кезде маңызды гол өйткені бір доққа неқсар қолған Хайрулин тағды, Нұрдәулет сол жақты ашық, Хайрулин. Нурбол Жумасқалиев! Нұрдәулет кешіріп сұралда, бірақ та Хайрулин маған пас берді ғой дейді ғой қазір енді. Қайратқа. Иә, Нұрдәулетов Хайрулинге пас. Үшінші гол Мараттың ойында хет-трик. Есеп 9-6. Если бы вчера мы с ними встретились, может быть, дали бы бой. Поначалу, когда силы были, три забили. Сама Цмахов. И, друзья, последние минуты остановки матча. Невероятно. Ахра. Кевин Курани совпит мне. Тура Хахпанча. Және матч аяқталды қадірмен көрермендер. Жеңіс құтты болсын. Үшінші орын қола жүлде. Қазақстан ардагерлер құрамасының еншісінде. Есеп 10-7. Сонымен қадірмен көрермендер, матч аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Қазспорт арнасы қосулы болсын.